В прокуратуре Севастополя под председательством прокурора города Игоря Шевченко состоялось расширенное заседание коллегии по вопросам взаимодействия с общественностью, средствами массовой информации, разъяснению законодательства и правовому просвещению. Наряду с основной функцией надзора на органы прокуратуры возложена задача по привитию гражданам уважения к закону, преодолению правового нигилизма с целью формирования правовой культуры общества, повышения юридической осведомленности граждан, их готовности следовать закону и видеть в этом свой непосредственный интерес. Работа по правовому просвещению проводится как со взрослыми, так и с подрастающим поколением. Прокуратура проводит лекции и беседы, активно взаимодействует с общественными объединениями, участвует в мероприятиях правовой направленности, которые проводят другие организации, а также сотрудничает со всеми местными изданиями, телеканалами и федеральными СМИ. В основном прокурорами использовались такие формы правового просвещения, как проведение лекций, бесед в коллективах, по месту работы и жительства, образовательных заведениях, выступления в средствах массовой информации, в том числе на радио и по телевидению, участие в учебно-методических семинарах с органами государственной власти, местного самоуправления, сотрудниками правоохранительных органов, проведение горячих линий для граждан по различной тематике. Прокуратура города рассматривает взаимодействие со средствами массовой информации как одно из важнейших направлений работы. Придание гласности результата прокурорской деятельности способствует осуществлению профилактических функций, формированию позитивного общественного мнения о органах прокуратуры. Опубликованные в СМИ материалы журналистов, в которых сообщается о возможных нарушениях закона, ложатся в основу прокурорских проверок.